спілкування з цікавими людьми допомагає нам ставати розумніше. Звісно, рівнятися хочеться на найобдарованіших. Талановитим музикантом та співаком розмовляла наша журналістка Софія Стопчак. Юра, розкажіть, будь ласка, себе, де ви живете, чим займаєтесь? Ну, живу я уже достаточно давно не в Харькове, в Москве. Даже, наверное, это лет 20 лишним не подсчитывал. Живу, потому что там находится мое дело, дело моей жизни под названием Cool & Jazzy, так называется мой коллектив. Вокальная группа Cool & Jazzy, работающая в жанре акапелла. Какую музыку исполняет ваш коллектив? Как только что сказал, наш коллектив работает в жанре акапелла, это означает... Для профессионалов означает, собственно говоря, им ничего не нужно объяснять, что такое акапелла. Для дилетантов это условно назовем, почему-то это называют без музыки, хотя музыка это само уже состояние души музыканта. А что мы поем? Ну, в общем-то, у нас нет никаких ограничений. Мы поем и авторскую музыку, что, наверное, не очень популярно, поскольку там единицы исполнителей авторской песни, известной везде. Поэтому, в общем-то, мы берем лучшие экземпляры мировой музыки и делаем их обработки практически в авторском ключе. Они приобретают совершенно новую жизнь. И все это, конечно, исполняется полноценно, абсолютно без использования каких бы то ни было музыкальных инструментов. Как вы начали петь на большой сцене? Было, я бы сказал, несколько инкарнаций и приходов на большую сцену. Вот первый, как я говорил, это был возраст 12-13 лет. Это прямо было перед ломкой голоса с хором «Красный галстук». Мы выступали вот в Харькове. Это было достаточно заметным для общественности явлением. В Киев ездил, это уже было без хора. С оркестром в зале «Украина» выступал. Эфир был большой, собственно говоря, тогда в Советском Союзе было всего 2 или 3 канала. В общем, на первом главном канале в воскресной передаче был эфир. Можно сказать, что в то время любое появление в телевидении было уже, собственно говоря, приговором на звездность. А остальные уже приходы это были. Приходы уже в составе коллектива по названием известного сегодня арт-группа «Хор Турецкого». Я, в общем-то, в 89-м году был одним из тех, кто стоял у истоков и создания этого коллектива. Ну, а третий приход – это был уже, собственно говоря, сам коллектив «Cool & Jazzy», который очень неплохо с середины 90-х стал ротироваться и появляться на большой сцене. Можно сказать сейчас, что детские мечты сбылись? Нет. Ну, во-первых, я не стал космонавтом. Это очевидно. Второе. Я не стал футболистом. Хотя предложение было. Честно скажу, даже сегодня я не знаю, что мне больше нравится, играть в футбол или петь. Ну, это так, это же хобби. Ну, а во всем остальном можно сказать, что да. Кроме того, я не особо не принадлежу к категории людей, которые не могут удовлетворяться и получать удовольствие от того, что у них есть. Можно сказать, я счастлив этим. Так что, наверное, с одной стороны сбылись, с другой стороны не сбылись, но в этом нет ничего страшного. А какие мечты сбылись и что этому способствовало? Точно все мечты не сбылись. А те, которые сбылись, мне даже сложно сказать. Я просто рожден под знаком Юпитера, а у этого знака, у него все получается как-то само собой, поэтому сказать, что в этом что-то конкретно кто-то сделал, ну точно я сделал не все для того, чтобы они сбылись, но тем не менее, почему-то они сбылись. Наверное, просто самое большее, что человек может сделать в жизни для достижения своих мечт, это жить в гармонии с собой, окружающим миром и наслаждаться жизнью, и по возможности просто реализовывать то, что у него, то, что ему приходит в голову. Собственно говоря, то, что Бог заложил в него при рождении, просто реализовывать. Юра, что надо делать с детства, чтобы добиться в жизни успеха? Это просто радоваться жизни, быть жизнерадостным человеком. И если
что-то, кажется, в жизни происходит не так и не то, просто надо понимать, что это просто маленькая, узенькая черная полоска, за которой начнется большое светлое будущее.